Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня для вас срочная новость. Почему срочная? Потому что, возможно, мое видео будут смотреть раньше, чем вы, ребята, зайдете в игру, и для вас станет неприятной новостью то, что Blitz заблокировали. Поэтому, ребят, обратите, пожалуйста, внимание. Сейчас выпала новость о том, что завтра, 12 октября, будут выпущены обновления 9.3.1. Они выйдут, эти технические обновления, и результатом их будет отключение сервера СНГ. Также игра будет исключена из магазинов приложений с региональными настройками России и Беларуси. В таком случае, с 12 числа, если вы не проведете обновление платформы, на которой вы играете, через соответствующие магазины, вы не сможете зайти в игру и играть. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Еще раз говорю, данное видео исключительно информирующее, чтобы вы не пропустили момент и не упустили возможность в дальнейшем дальше фаниться и играть в танчики. В обязательном порядке обновляйтесь, потому что данные обновления являются обязательными. Чтобы продолжить играть, вам необходимо, еще раз повторюсь, обновить игру через приложение магазина. Ребят, торопитесь это сделать, потому что 12 число не за горами, уже завтра. И точного времени, когда будет происходить момент обновления и блокировки СНГ сервера, неизвестно. Также обращаюсь к тем ребятам, которые находятся до сих пор на СНГ, но не сделали свой выбор по своим аккаунтам, куда они переходят, на Европу или на РУ-сервер. Ребят, не пасите задних, принимайте решение прямо сейчас. Видео в YouTube достаточное количество. Есть мой видос про результаты перехода на Евросервер, если вы задумываетесь, переходить или нет. Озвучу сразу, я на Евросервер перевел все свои аккаунты, и у меня абсолютно никаких проблем с этим не произошло, и каких-то негативных последствий для меня нет. В конце видео, вот здесь сейчас появится ссылочка на мое видео по результатам моего перехода и по последствиям. Ознакомьтесь, если вы задумываетесь переходить или не переходить и боитесь именно технических каких-то последствий, типа пинга, типа еще чего-то, там долгого входа в бои, я не знаю, там, ну вообще всего вот того абсурда, которого вам именитые обзорщики и стримеры сыпали в уши игрокам, что типа вот вы вообще ничего не сможете, если будете на евро. Ребят, я вот сейчас перешел и полностью все абсолютно могу. Я перешел в первый же день, как только был переход, и перевел туда полностью все свои аккаунты. Я не агитирую переходить на Европу, я просто констатирую факт, что я на Европу перешел, и у меня это не повлекло за собой абсолютно никаких негативных для меня последствий. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Свежие новости, абсолютно честные обзоры. Все это вы сможете найти в моем контенте. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.